Мирно прошел конкурс «Я гражданин». Детям была предоставлена уникальная возможность самим разработать и реализовать проекты, направленные на решение актуальных проблем молодежи. Это и повышение уровня политического воспитания, социальная реабилитация трудных подростков, профессиональное самоопределение и защита окружающей среды. Подробности в сюжете Натальи Николаевой. По результатам социологического опроса большинство школьников проводят летние каникулы, гуляя во дворе дома, играя в компьютер или смотрят телевизор. Альтернативу такому времяпровождению представили учащиеся Мирнинской школы номер 1. В общеобразовательном учреждении действует лаборатория под открытым небом, где ребята не просто отдыхают, а занимаются изучением флоры и фауны. Совместно с учениками начальной школы ребята облагораживают территорию. Это лишь один из 70 проектов, которые приняли участие в районном конкурсе «Я гражданин». В нашем районе к данной акции мы присоединились 6 лет назад. Сейчас отдельно проводится конкурс также и на северной площадке в поселке Айхал и в городе Удачный, так как они находятся в отдаленности. Вот, параллельно вот сейчас с нашим конкурсом сейчас идет там данный момент. Сохраним пионерскую зорьку, книга спасения молодежи от бездуховности, решение проблемы финансового кризиса. Названия проектов говорят о разнообразии интересов школьников. Наиболее популярные темы – организация отдыха, 70-летие Великой Победы и здоровый образ жизни. Нашей главной целью является создание школьного пространства. Из этого возникает следующая задача – организовать занятость и отцов детей, воспитать потребность учащихся к самостоятельному индивидуальному творческому труду, активизировать детей на подписку детские республиканские издания, присылать туда свои заметки, статьи. Грант управления образованием Мирнинского района в размере 20 тысяч рублей завоевал проект «Чтобы знали и помнили» Никиты Рева из поселка Светлый.